в другую, можно функции складывать, вычитать, делить и так далее. Все зависит от вашей задачи, что вам нужно сделать. Все, нажимаем ОК, и у нас везде по всему столбцу эти функции проставляются, потому что это у нас таблица. Так, с этим разобрались. Ну, давайте так сделаем. Если непонятна функция, если по ней вопросы, да, то тогда опять же пишите в чат. Можем там еще какой-то пример сделать. А если сейчас никаких пожеланий не будет, то я тогда потихонечку пойду дальше. К следующей категории функций статистических. Статистические. Со статистическими давайте сначала разбираться. То, что их аж 4 я здесь вывел. Вообще, категория статистических – это одна из самых больших категорий. Много чего там можно делать. Всякие дисперсии, корреляции, среднеквадратичные отклонения.